Затяжные дожди вынужденно держат артемовцев по домам. О приятных прогулках и отдыхе на природе приходится забыть. Однако погода переменчива, и как только вновь выглянет солнце, люди с удвоенным рвением ринутся на улицу. Основное место отдыха и пикника, естественно, берег водоема. Стараясь компенсировать недостаток настоящего лета, возможности подышать свежим воздухом в комфортных условиях, артемовцы двинутся к доступным рекам и озерам. Но как тут удержаться от того, чтобы не искупаться? Однако делать это надо с осторожностью. 54-й ФПС обращается к жителям Артемовского городского округа с просьбой быть предельно осторожными и внимательными во время отдыха вблизи водоемов, соблюдение необходимых мер безопасности. Не оставлять без присмотра маленьких детей. Выбирайте для купания специально отведенные для этого места. Обращайте внимание на знаки, запрещающие купание. Не ныряйте в воду, не зная глубины и состояния дна. Если вы не умеете плавать, не заплывайте на надувных матрасах и кругах далеко от берега. Помните о том, что нельзя плавать в нетрезвом состоянии, так как воздействие алкоголя людям часто переоценивают свои силы, что может привести к плачевным сведениям. Не заходите в воду перегретыми на солнце. Впрочем, этих правил следует придерживаться и курортникам, которые выбрали отдых для себя и своих семей далеко за пределами Артемовского городского округа. Моря и океаны могут быть намного коварнее, поэтому не омрачайте свой отпуск и соблюдайте правила поведения на воде. В случае их нарушения результата может быть лишь два. Вас либо спасут, либо нет.